Группа G Idol наконец-то делает свой камбэк с новым мини-альбомом I Feel. Предыдущий камбэк девочек был в октябре прошлого года с мини-альбомом I Love. И вот наконец-то девочки возвращаются, чтобы представить новую музыку. Мини-альбом выйдет 15 мая. Ну и конечно же, если вы в кей-попе не первый день, я думаю, вы слышали, что все фанаты строят очень большое количество теорий вокруг будущего релиза. Конечно же, это связано с тем, что в кей-попе принято делать офигенный прогрев аудитории перед выпуском новой музыки. Это и концепт фото, и концепт видео, и еще большое количество тизеров. И за это я на самом деле и люблю жанр кей-поп. И, конечно же, перед началом этого видео хочу вам напомнить, что у меня есть мой телеграм-канал, в котором я рассказываю про все самые важные кей-поп-события и рассказываю про прикольные ситуации в целом в поп-культуре по всему миру. Ссылка на телегу в описании этого видео, обязательно подписывайтесь. Что ж, давайте разбирать все теории, связанные с новым камбэком G Idol. И первая теория, которая появилась еще в эру I Love, связана с куклами. На общих фотографиях G Idol все фанаты заметили, что все девушки стоят как им хочется, но Юнцы на большинстве общих фотографий позируют одинаково, причем похоже, как будто бы она изображает куклу. И в связи с этим у фанатов сложилось такое мнение, что следующий камбэк G Idol будет как-то связан с куклами, возможно, их новый альбом будет называться Idol. Ну и, конечно же, это станет эрой Юнцы. Но эта теория рассыпалась 17 апреля, когда Cube Entertainment объявили о камбэке G Idol с новым мини-альбомом, который называется I Feel. Вот, кстати, как выглядит первый тизер-постер. И, конечно же, этот постер напоминает игральную карту. Следующим же шагом G Idol представили версии своих фотобуков. И вот здесь интересно, есть 4 версии фотобуков. Cat, Butterfly, Queen и Jewel. Запомните, это очень важно, и связь с этими версиями фотобуков прослеживается почти на всех тизерах G Idol. Следующим этапом G Idol представили первый общий тизер-постер в такой вот розовой тематике, и на нем очень много интересных деталей. Например, G Idol Original Series. Этот текст как будто бы это название сериала и фильма. То есть G Idol с самого первого тизера нам намекнули на то, что это не просто выпуск новой музыки, это не просто клип, это может быть полноценный сериал. Дальше смотрим на шрифт, которым написаны имена девочек и дата выхода этого мини-альбома. Он вам ничего не напоминает? А, например, фильм и мультфильм «Барби»? То есть мы делаем вывод, что, возможно, камбэк G Idol будет как-то связан с Барби, соответственно, с куклой. Так что, возможно, теория о том, что этот камбэк будет связан с куклой, может оказаться в итоге и правдой. А также заметьте еще один интересный момент на этом тизер-фото. Посмотрите, есть мишки. И эти мишки не один раз появятся на концепт-фото Idol. Также обратите внимание на трек-лист альбома I Feel. Сверху можно увидеть надпись 6 эпизодов. То есть не 6 треков, а именно эпизодов. Это опять же указывает на тот факт, что это не просто мини-альбом. Это целая история, которую можно воспринимать как сериал. В альбоме у нас 6 треков, и заглавка называется Queen Card. Следующим этапом G Idol представили вот эти тизер-фото, и на них очень много интересных деталей. Во-первых, на каждом тизер-фото в углу можно заметить надпись «Имя каждой девушки» и «Возраст». А также на каждой тизер-фото можно увидеть интересные детали. Например, у Мион можно заметить мишку. Я же говорила, запомните медведя, он здесь появится не раз. Следующая была Мини. У нее можно заметить жилейки и... Они также будут появляться и позже. На тизер-фото Сайон можно увидеть, что у нее на руке есть татуировка бабочки. А помните, я вам говорила, что одна из версий фотобука называется Butterfly? Чувствуете эти тонкие намеки? На тизер-фото Юнцы я не заметила ничего интересного или цепляющего. Если заметили что-то интересное, обязательно пишите в комментариях. Ну и, конечно же, тизер-фото Шухуа. Обратите внимание на ее футболку. Мы видим здесь двух зайчиков, которые запутались в паутине, которая образует сердце. Это очень интересно, и что под этим подразумевали G Idol, я пока что не знаю. Следующим этапом G Idol выпускают первое тизер-видео.
И вот здесь очень много интересных моментов. Во-первых, нужно отметить, что это тизер-видео опять показывает на то, что это не просто песни, это целый сериал. В этом тизер-видео Юци, одна из участниц G-Idol, представляет себя и каждую девушку, как будто бы они являются персонажами фильма. Юци говорит, что Шухо — это ее лучшая подруга, то есть они besties. Мини она представляет как очень уверенную в себе девушку. Мион у нас блогер, который любит выставлять жизнь на показ и делать очень большое количество селфи. А вот о Сайон Юци даже не знает, что сказать. Она так и говорит: в Сайон нет ничего необычного. И знаете, чем заканчивается это тизер-видео? Юци говорит: just give her a makeover. Стоит ли мне сделать просто ей макияж? И этой фразой G-Idol как бы намекают, что в этом камбэке главное будет Сайон. И все участницы группы будут стараться сделать из Сайон настоящую звезду. Ну, как бы сказали участницы группы Blackpink, самую настоящую type girl. И, конечно же, эта теория мне напоминает о американских фильмах про старшеклассников. Помните, в 2000-х вышло очень большое количество фильмов про старшую школу. И чаще всего в этих школах в фильмах было показано, что есть самая главная звезда школы, самая красивая девочка, и все хотят быть похожими на нее. Ну и, конечно же, у этой звезды школы, конечно же, были ее подружки. Но в какой-то момент часто в этих компаниях появлялась как бы чужая, но в какой-то момент она становилась своей, и ее принимали в новую компанию. Лучше всего это показано в американском фильме «Дряные девчонки». Кстати, прикольный фильм, недавно смотрела, советую посмотреть, если еще не видели. Так что, возможно, в этом камбэке G-Idol сделает что-то похожее. И если это будет, то я просто хочу увидеть сцену, в которой Сайон будет менять снаряды, а все остальные участницы группы будут говорить, что это хорошо, это плохо, это не очень. Ну, в общем, вы поняли. Очень популярная сцена во многих фильмах. Также в день выхода тизер-видео 25 апреля G-Idol представили новый тизер-постер. И на нем тоже очень много интересных моментов. Во-первых, Юци и Шухо выглядят как девушки из 80-х. Стиль их одежды, стиль их причесок указывает на это. Ну и они единственные участницы группы, которые стоят прям возле друг друга. Самые настоящие besties. Также на этом тизер-фото Мини примерила образ такой спортивной девчонки. А Мион надела красивое платье, которое мне вообще напоминает наряд одной из участниц группы еще в эру Tomboy. Также хочу отметить, что возле каждой девушки вы можете увидеть их заметки, как будто бы из личного дневника. И если у четверых из них мы получаем мысли, по которой были в принципе озвучены в тизер-видео, у Сайон есть что-то интересное. Вот что пишет Сайон: «Вы нигде не сможете найти меня в красочной ленте. Я хочу быть похожими на них. Я хочу быть как они. Я хочу быть тоже такой же счастливой, как эти девушки. Разве я не могу быть ними? Я хочу разбить это плохое зеркало». То есть Сайон понимает, что она пока что не дотягивает до уровня тех девушек, своих подруг. И она понимает, что она очень хочет это сделать, но пока что не понимает как. Поэтому я думаю, что в этом камбэке, конечно же, все участницы группы будут помогать Сайон стать лучшей версией себя. Следующим этапом G-Idol выпускает сольные тизер-видео, и в них тоже есть очень большое количество интересных деталей. Первое тизер-видео выходит у Юци, и мы еще в самом первом кадре видим, что в газете напечатали фотографию G-Idol. В следующем же кадре нам показывают, что кроме общей фотографии группы, в этой газете еще и пишут про релиз альбома I Feel. И вот этот вот момент тизера меня натолкнул на такую мысль. А возможно, участницы группы G-Idol в этой истории являются популярными личностями. Почему бы они вписали в газетах, если бы они не были популярными? Ну а тизер-видео Юци заканчивается тем, что девушка звонит кому-то по телефону. В тот момент было еще непонятно кому.
Следующим этапом Jidal представляет сольное тизер-видео «Шуха». И, конечно же, нужно отметить, что ее тизер-видео выполнено в полностью таких розовых оттенках. У Шухуа также есть журнал, в котором мы можем увидеть фотографию G-Idol. Интересный еще момент. У Юцы была газета с фото G-Idol, а у Шухуа журнал с фото G-Idol. И тизер-видео Шухуа заканчивается тем, что ей кто-то звонит по телефону. Я строю такую догадку, что ей звонит именно Юцы. Возможно, у Юцы появилась какая-то офигенная новость, и первым делом она, конечно же, хочет поделиться ей со своей лучшей подругой Шухуа. Следующим этапом Jidal представляет вот эти вот тизер-фото. И, конечно же, нужно отметить, что на этих тизер-фото девушки выглядят прекрасно. Это одни из моих любимых недавних концепт-фото в кей-поп-жанре. И, конечно же, изначально кажется, что эти концепт-фото выполнены в одном стиле. Но есть одно но. Присмотритесь. Каждая девушка олицетворяет собой принцессу. Но Сайон, которая тоже вроде бы появляется в короне, также вся в таких розовых оттенках, но посмотрите по ее взгляду, по ее выражению лица, по эмоциям, которые она передает нам через камеру. Она здесь выглядит как девочка-сорванец. И это очень интересно, и это опять же чем-то выделяет Сайон среди других участниц группы. Следующим этапом Jidal представляет тизер-видео Мини. И стиль ее тизер-видео не особо похож на стилистику тизеров Jidal к этому камбэку, но выглядит это видео, правда, очень круто. В этом видео Мини сначала идет по парковке, позже садится в свою машину и начинает переписку с каким-то там бой, что является прямой отсылкой к их недавнему камбэку с полноформатным альбомом I Never Die, ну и заглавкой там, конечно же, была Tomboy. В этой переписке Мини пишет, что она только ушла с работы, а Tomboy приглашает ее на вечеринку. И здесь у меня строится такая теория о том, что Tomboy это либо Юцы, либо Шухуа. То есть, возможно, у Юцы появилась идея устроить вечеринку. Потом она позвонила Шухуа, и Шухуа согласилась на эту вечеринку. И теперь они рассказывают еще и Мини и приглашают ее на эту вечеринку. Но на этом тизер-видео Мини не заканчивается. Дальше нам показывают, что в машине у Мини висит подвеска с бабочкой. Опять связи с бабочками. Ну и в самом последнем кадре нам показывают то, как Мини выезжает с парковки. И обратите внимание на номер ее машины. Это калифорнийские номера. Неужели девушки в этом камбэке будут находиться не в Корее, а в Америке? Следующим этапом Jidal представляет сольное тизер-видео Мион. И в самом начале видео можно увидеть фотографии, которые являются спойлером к следующим концепт-фото Jidal, которые вышли на следующий день. Также в видео Мион ведет свой прямой эфир, на котором она делает анбоксинг новой сумки. Но вы уже не забыли, что ее персонаж в этот раз является блогером. Ну и когда Мион заканчивает вести свой прямой эфир в Instagram, ей приходит сообщение от некого Tomboy, и он приглашает ее на вечеринку. Я опять же думаю, что это либо Юцы, либо Шухуа. И они уже позвали Мини, и теперь зовут к себе на вечеринку Мион. Следующим этапом Jidal выпускают новый концепт фото, которые были заспойлерены в тизер-видео Мион. На этих концепт фото участницы группы G-Idol предстают в образе бабочек. Я так понимаю, этот релиз будет очень связан с бабочками. А также мне хотелось бы обратить внимание на вот эту вот сережку. Я помню, я увидела эти концепт-фото и думаю, где-то я видела эту сережку, где же она была, где? В недавнем клипе Ле Серафим Unforgiven. Только в том случае это было кольцо. И наконец-то выходит сольное тизер-видео Сайон. В самом начале видео нам делают спойлер на будущие концепт-фото, которые вышли через пару дней от выхода этого тизер-видео. В самом видео нам показывают, что Сайон это такая неопрятная девочка, которая ходит по своему дому в пледе, заваливается на диван в обуви и ест пиццу. Конечно же, в этом видео ее образ был показан максимально утрированно, но это все было сделано для того, чтобы мы полностью прочувствовали стиль персонажа Сайон.
Но Сайон, по-видимому, надоело быть такой, какой она является в этом видео. Поэтому она ищет в интернете советы. И натыкается на такой сайт, как стать королевой. Она пролистывает 4 совета и внизу нажимает на кнопочку «Зарегистрироваться». Кстати, обратите внимание, на кнопочке можно увидеть бабочку. И я так понимаю, это какой-то либо курс, либо вебинар. И я думаю, что, возможно, этот курс организовали 4 девушки из группы G-Idol. Потому что придумать другое объяснение, как Сайон оказалась рядом с теми участницами группы, у меня пока что нет идей. Ну и есть еще одна деталь, которая меня наталкивает на мысль о том, что этот курс сделали именно участницы группы G-Idol. Присмотритесь, мы увидели 4 совета, и вот каждый из них. Уверенность. Помните, в самом первом тизер-видео Юци представляла Мини как уверенную в себе девушку. Так что, возможно, Мини советует быть уверенной в себе. Есть также совет «надень хорошее нижнее белье». Вы спросите, а как это связано с G-Idol? В самом первом тизер-видео, в сольном тизер-видео Юци, можно увидеть, что в газете она замечает рекламу нижнего белья. И теперь в советах «Как стать королевой» мы видим пункт про нижнее белье. Возможно, это написала Юци. Также есть совет «Будь симпатичной». Обратите внимание на сольное тизер-видео Шухуа. Она здесь делает бигуди и следит за собой. Поэтому, скорее всего, «Будь симпатичной» пожелала именно Шухуа. Ну и еще один совет, сделай классные губы и бедра, мне кажется, дала Мион, которая является в этой истории блогером. На следующий день выходит новый концепт фото, которые были заспойлерены в тизер-видео Сайон. Они выполнены в таком домашнем стиле каких-то 2000-х годов. И обратите внимание, одежда из этих концепт-фото уже появлялась на предыдущих тизер-видео. Интересно, почему они решили не менять образы для новых концепт-фото? Кстати, помните, я вам говорила, запомните про жилейки. На новых концепт-фото, выполненных в домашнем стиле, можно увидеть вот такую вот ненавязчивую рекламу жилеек. Также на этих новых концепт-фото, если присмотреться на их общую фотографию, можно заметить, что все девушки как будто бы находятся вокруг Сайон. И это, во-первых, показано тем, что она находится в центре. И присмотритесь, те эмоции, которые они передают на своих лицах, показывают то, что для них сейчас главное Сайон. По итогу, я думаю, что в этом камбэке самое главное будет Сайон, и это, скорее всего, на 99% будет именно эрой Сайон. Сам мини-альбом выйдет уже 15 мая, и я очень жду релиза. Мне очень интересно послушать, во-первых, треки из альбома, а во-вторых, увидеть клип. Клипы — это всегда самое интересное. Ну и надеюсь, что заглавный трек будет очень хитовым и станет вирусным в TikTok. Обязательно пишите в комментариях, какие теории по камбэку G-Idol есть у вас. Мне будет очень интересно почитать. Ну и, конечно же, если вам понравилось мое видео, то с вас обязательно лайк и подписка на канал с колокольчиком.